Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет, и многие из вас хотят квартиру для отдыха, и не только. Сейчас я покажу вам интересную квартиру. Квартира 53 квадратных метров, это жилой комплекс Октябрьский. Квартирка с хорошим ремонтом, и давайте посмотрим, что же она из себя представляет. Самое главное, блин, наверное, свет придется здесь выключить, потому что от него все мерцает, да? Вот ты входишь и себя чувствуешь комфортно, потому что большой шкаф тебя встречает, прям огромный там, ты просто посмотрите, да? Ну нормально как бы здесь такая гардеробная помещается. И, конечно же, здесь эта квартира распланирована в одну изолированную комнату, большую, посмотрите, да? Вот такой, наверное, санузел и должен быть. Большой, просторный, а не как сейчас там делать. Самое интересное для тех людей, которые любят посмотреть Максима Коломейцева на ютубе, пока сидит на горшке, не в телефон, а вот в такой телевизор. Представляете себе? Здесь, потому что есть смарт, и вы можете включить YouTube и спокойно наслаждаться. В общем, в принципе, к санузлу претензий нет. Санузел однозначно за счет. По поводу спальни. Спальня тоже, да, видите, интересно, там везде подсветочка сделана. Ну, интересно сделано, ну, реально интересно. Окна такие прям панорамные. В принципе, для спальни вполне даже себе хорошо и вполне даже комфортно. Ну, реально, очень хорошо, я бы сказал. Даже на 100% как обалдеть, как хорошо. Ну и здесь такая получилась у нас такая мини-гардеробная, да, вот за счет того, что правильно сделали шкаф, все получилось просто изумительно. В целом, нормально. Теперь, что касается этого прекрасного помещения. Здесь, конечно же, кухня. Сделано все со вкусом, сделано все красиво, сделано все интересно. И в целом, да, можно здесь спокойно кому-то там, не знаю, там, прилечь отдохнуть. В целом, на квартирка хорошая. Вот я даже не знаю, к чему прикопаться, учитывая, что здесь все-таки теплые полы, притом введены, подсветка везде, да, романтик какой-то. И самая главная фишка этой квартиры – это балкон. И, конечно же, балкон просто огромный, и на этом балконе хочется отдыхать, загорать. Мы находимся с вами на Мамайке. Здесь квартиры тоже хорошо сдаются. Вид, конечно же, у нас с балкона присутствует на море, на морской порт. Ну и вот на частные дома, которые стоят бешеных денег. И самое интересное, кто-то спросит, а какая цена данной квартиры? Ребят, ну, квартиры нормальные по цене. Учитывая, что это статус квартиры, учитывая, что здесь все идеально с документами, учитывая, что все-таки здесь сделан хороший ремонт, ну хороший ремонт, как бы я видел и хорошие ремонты, и плохие ремонты, и я видел разные ремонты. И эта квартира стоит всего лишь 18 миллионов рублей. Торга нет, ребят, от слова совсем. Нет торга, ребят. Не хватает вот на такую квартиру нормальную. Все, берем Соболевку, берем еще что-нибудь там, берем там, не знаю, там в Анапе, в Геленджике, там, тем более сейчас акция, там, те квартиры, которые на первом этаже потопило, они как бы сейчас продаются с хорошей скидкой, там, до 20%. Как такие квартиры утопленники. Здесь же, вы видите, да, здесь и маркиза сделана, все здесь сделано красиво, все здесь сделано аккуратно. Действительно, хочется в этой квартире отдыхать. Да и жить, в принципе, можно. Что касается обслуживания, здесь уже полностью все работает. Здесь уже зашла управляющая компания. И в целом, как бы, консьержка есть. В общем, все есть. Все, что для счастья нужно в городе Сочи. Поэтому, если вдруг вам понравилась данная квартира, еще повторюсь, квартирка стоит всего лишь 18 миллионов рублей. Почему всего лишь? Это потому, что все остальное здесь гораздо дороже. И даже соседние дома, там, со статусовыми апартаментами или жилых помещений, они стоят гораздо дороже. Учитывая, что здесь все-таки 53 квадратных метра вместе с балконом, я считаю квартиру адекватной по цене. И учитывая реальность Сочи, это хорошее приобретение, ну реально хорошее приобретение. Итак, 18 миллионов рублей, эта квартирка будет ваша, море будет в пешей доступности, статус будет квартиры, данный домик никогда в жизни не снесут, и вы себя будете чувствовать в безопасности. В тот случай, когда вы эту квартиру можете передать детям и можете передать внукам. Вот как бы так. Я считаю, что это обалденный вариант, если есть 18 миллионов. Но если 18 миллионов нет, то, блин, я готов вам предложить хороший дом в Орске за 3,5 миллиона рублей. Моя сестра продает хороший дом, там 100 квадратных метров,
5 соток земли всего лишь за 3 миллиона с ремонтом, с техникой и с мебелью. Видите, альтернатива она всегда есть. Поэтому на этом будем с вами заканчивать. Одно скажу точно, квартира классная. Ну, квартира вот, и ремонт просто супер. Всем добра и пока.